Ladies and gentlemen, this is a custom HRN industrial look table that I'm working on. I've been working all day actually on this yoke, on this table, so I'm gonna finish up a few touches. You can see all basically distressed. So them bolts are gonna have to cut off. I build a custom bridge in here because different casters at the back. This one is swivels, swivel casters. So I'm brush this off with the grinder. So one is cut off in here already. I'm gonna cut another 2, 3, 4, 5, 5 extra bolt going in here, one here, same on the other side. So I'm gonna make a wee handle as well in here, then clear glass going top. So this is basically heavy duty stuff, you know. I like something different, I do indeed. So keep you up to date. Well, got the deer cut. Oh boy. Son of a gun. Halfway. Нарезал я резьбу здесь, ребят. Вот такой винт прикручу сейчас. Это для разнообразия, так сказать. Что-то необычное. Контролируем.
собираем этот хлам сейчас и будем лаком покрывать. Не, нифига не лаком, надо будет это самое сделать. Сейчас ручки сейчас взять будет, а потом будем лаком покрывать. Будем делать ручки. Будем ручки прикреплять сюда сейчас. Так, сейчас сделаем. Такого отрежем наполовину, 45 градусов, где-то одну сюда, вторую сюда, и потом сделаем тип такого, тип такой ручки вот. О. Итак, так, ребятки, сделали ручку новую тут. Но запорол, завтра буду ремонтировать, то есть поправлять эту ошибку. Она чуть-чуть неровно стоит, не нравится мне это. Прикрутил вот этого парня, так, для красоты. Это полный стимпанк. Так что завтра полакируем, почистим все. Такую ручку сделал с меди, с медной трубы, в середине железная, чтобы толкать этот стол.